Заслуженного артиста Беларуси Эдди Рознера. Мало кто знает, что белорусский джаз начинается не так близко, чем он начался давно. В 40-м году на территории Беларуси появился коллектив, который так и назывался. Просуществовал он практически 7 лет. Ну, это был военный период. Представляете, что оркестр жил в поезде. Это были иммигранты из Польши, польские евреи в основном. Жилья-то нет, а тут война. Они жили в поезде, исколесили весь Советский Союз, покорили настоящим европейским, мировым джазом. Это был не советский джаз Леонида Утесова, нет. Это было гораздо-гораздо лучше, это было гораздо-гораздо вкуснее, гениальнее. И Эдди Рознер, гениальнейший музыкант, скрипач, трубач, джазмен, шоумен, превратил этот наш белорусский коллектив в изюминку Советского Союза. Этот коллектив хотели все города. Он из Москвы, из Ленинграда не вылазил практически там на месяц, на два на гастроли. Каждый день по несколько концертов. Был самый востребованный коллектив Советского Союза. И в 41 году композитор Юрий Бельзацкий, это белорусский композитор, между прочим, он не оказался заслуженным, не оказался народным, наверное, не успел. Хотя, может, по другим причинам, потому что он закончил Варшавскую консерваторию как дирижер, пианист, композитор. Работал в Варшаве на киностудии дирижером, в симфоническом оркестре, в музыкальном театре. Но в 1939 году так получилось, попал в Беларусь и остался. Многие оркестранты практически все вернулись в Польшу, кто из Германии. А он остался и стал белорусским композитором. Стал художественным руководителем нашего оркестра радио и телевидения. Работал в музыкальном театре у нас. Писал музыкальные комедии, у него «Долина счастья». Ну, человек малоизвестный, и, к сожалению, его страна наша не оценила. Но наш коллектив его оценил, принял и с удовольствием исполняет его музыку. Сегодня это будет премьера. Вот мы до этого играли классическую музыку, а сейчас будет звучать белорусский джаз. Первое произведение белорусского джаза, которое для вас, наверное, сегодня тоже впервые. Итак, «Фантазия» на тему Иоганна Штрауса. «Сказки Венского леса». Вы представляете, вот эта тема. Тарам, 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 пам-пам. Знакомая тема, всем вальс. Ну, Штраус, как Юрий Давидович ее обработал, она звучит. И как болеро, как румба, как свинг. Ну, вот представьте, что в 41-м году у нас было, и чего мы не знаем. Так вот, послушайте. Концерт вальс.